30 августа дини себеплери ура ватанына ыйдарланан туркмен боскуну Ашырбай Бекиев Москвадан Ашкабат шахарына депортация эделли. Ул хезир кватта Дашоулун деслапкы тусоханасына сакланыяр. Ашырбай Бекиевин бейлеки догону Тач Мурат хем Туркменстана экстрадиция эдилмегине карашыяр. Догонлорун күнөсү Санкт-Петербургдагы 12 туркмен талибине маддий коллоо беренлиги ве олору ислам динини өгрөденлиги. Тач Мурат террорчулугу катнашмакта ве жанайет жемиетини дөрөтмөктө күнөкөрлөнүйөр. Туркменстандын жанайет кодексине ылайыклыкта 10 жылдан 25 жылга чейинки азаттыктан махрум эдилме коопу абаньяр. Башка бир диний инанчлы Ахмет Жумадурдуев хем адам хукуклары боюнча Европа кавиетинин 39-жу дүзгүнүн карарына карамазан Туркменстандын хайышы боюнча Русиядан экстрадиция эдилмегине басыш эдилер. Бир айдан көбүрөөк озол Туркменстандын хакимиетлер Балкан вилайетинин Шарлоук обосунан Якуп атлы диний инанчлы бир жигити динге Гурхандын эсасларын өгрөдөнлүгү себепли туссок эттилер. Хакимиетлер аны Вахаби деп белледилер ве Вахаби топорунун агзасы өкмүнө 6 жыл азаттыктан махрум этмек менен хайваттаттылар. Туссок эдилене Якуво 15 күнлөп намаз окумок кадаган эдилди. Якында азаттык радиосу Туркмен Вашы шаарына ве Шолбар Севитте туркмен ишкерлери ислам динине уян раятларын өйлөрүнө келер, көзлө кечирерлер ве Гурхандан башка диний эдебиятлары эл раятларын дин азаттыгы хукугуна хурмат коймолдур. Хакимиетлери bu mavzuga bolan garaýyşlaryna täzeden garamaga we bu meselede has düşünjeli bolmaga çağıryarys. Следующий выступающий Туркменистанский Хельсинкский фонд по правам человека. Пожалуйста, вам слово. 5 августа туркменский беженец Ашырбай Бекиев, преследуемый на родине по религиозным мотивам, был депортирован из Москвы в Ашхабад. В настоящее время он находится в Таджавском СИЗО. Другой брат Ашырбая, Тачмурат, также ожидает экстрадицию в Туркменистан. Вина братьев состоит в том, что они оказывали материальную поддержку 12 туркменским студентам в Санкт-Петербурге и обучали их исламу по правам человека. В Туркменистане более месяца назад власти арестовали на 15 суток верующего по имени Якуб из села Шарлавук Балканского вилаята. Только за то, что он обучал детей азам Корана. Власти приклеили ему ярлык ваххабиста и грозят, как члену ваххабистской группы, 6 годами заключения. 15 дней во время нахождения под арестом Якубу было запрещено молиться. Недавно радио «Азатлык» сообщило, в городе Туркменбаши и одноименном Итрапе представители власти приходят домой к гражданам, практикующим ислам, проводят у них обыски, изымают у них религиозную литературу, кроме Корана. Данное сообщение подтвердили и наши источники. Рекомендация, что Туркменистан, согласно подписанных международных соглашений, а также Конституции, должен уважать право граждан на свободу вероисповедания и неуклонно следовать этому принципу. Предлагаем властям пересмотреть свое отношение к данной теме и быть более толерантным в этом вопросе. Спасибо. Next speaker on the list is Turkmenistan Helsinki Foundation for Human Rights. On the 30th of August, Turkmen refugee Ashurbay Bekiev, persecuted in his homeland for religious reasons, was deported from Moscow to Ashgabat. Currently, he is in Dashogus pre-trial detention center. Ashurbay's other brother, Tech Murat, is also awaiting extradition to Turkmenistan. The brothers' guilt is that they provided financial support to 12 Turkmen students in St. Petersburg and taught them Islam. Tech Murat is accused of complicity in terrorism and creating a criminal community. According to the Criminal Code of Turkmenistan, he faces imprisonment from 10 to 25 years. Another believer, Ahmet Jumadurdiev, is also under pressure to be extradited from Russia at the request of Turkmenistan, despite the decision of the Rule 39 of the ECHR. In Turkmenistan, more than a month ago, authorities arrested for 15 days a believer named Yakup from the village of Sharlavuk, Balkan province, just because he taught children the basics of the Quran. The authorities labeled him a Wahhabi and threatened him with 6 years of imprisonment as a member of Wahhabi group. For 15 days while under arrest, Yakup
Yakup was forbidden to pray. Recently, Radio Liberty reported that in the city of Turkmenbashi and the district of the same name, government officials come to the houses of citizens who practice Islam, conduct searches, and confiscate religious literature from them, except the Quran. This message was confirmed by our sources. Recommendations. Turkmenistan, in accordance with signed international agreements as well as the constitution, must respect the right of citizens to freedom of religion. We invite the authorities to reconsider their attitude towards this topic and be more tolerant in this matter.